В этом году у нас 29 направлений, видов деятельности, по которым работают подростки. Всего за летний период по отрядам мэра придет 3550 человек. В июне в первую смену у нас трудоустроено 1360 ребятишек. Труд традиционно их оплачивается из расчета минимальной заработной платы, которая у нас в Тюменской области установлена в соответствии с региональным соглашением, это 5500. Но ребята получат за фактически отработанное время, то есть за 10 дней рабочих по 3 часа. В июне месяце на руки это примерно составит в районе 1770 рублей, плюс поддержка центра занятости. Они считают ее из расчета 977 рублей 50 копеек, опять же, за фактически отработанное время. Ну, в общей сумме где-то 2200 ребята получат на руки.